Привет! Сдерживать такое количество впечатляющих видео мы больше не в силах. Так что устраивайся поудобнее и поехали! Шансы такого происшествия на парковке ничтожны, но никогда не равны нулю. Куда идет эта девушка? Думаем, что за лотерейным билетом. Выглядит, словно это так и должно работать. Вот бы все доставляли пиццу так же быстро. Этот бой-бенд состоял из двух исполнителей, но потом один решил покинуть группу и начать сольный проект. Когда внезапно осознаешь, что у тебя есть еще и второй ребенок. Есть кое-что хуже, чем забыть про ручной тормоз. Пытаться стать им самому. Ну, если ты, конечно, не Супермен. Он тут как раз случайно проходил по одной из российских улиц. Хотя этому водителю, похоже, уже мало что поможет. Это собака Орла, но чутье у нее как у паука. Сейчас специалисты выясняют, были ли признаки депрессии у этого пылесоса. Кто победит? Жалкая тележка или огромный завод? Ответ не так очевиден. Angry Birds в реальной жизни выглядят как-то так.
если BMW не сразу тонет, это значит, что перед нами хорошее авто или, наоборот, не очень? Трюки в этом видео выполнены профессионалом, не пытайтесь повторить. Этот двор пора ремонтировать. И те две машины тоже. У автора видео были все шансы приехать на работу вовремя, но потом появился он. Можно сколько угодно твердить о неприкосновенности частной собственности, но попробуй объяснить это медведю. А сейчас встречайте инновацию в мире будильников. Хозяина она не кусает, но чужаков не любит. Этот парень хотел поплавать, и он достиг своей цели.
Согласись, здорово, что ты сейчас дома, а не на этом складе. Эта корова постоянно вляпывается в истории. Так часто, что хозяин даже установил камеру с оповещением, но в этот раз ей помогли друзья, и его помощь не понадобилась. Как потом рассказывал водитель грузовика, этот малыш сам меня выбрал. Гарантируем, в этом видео ты сконцентрируешь внимание не там, где нужно. Лайк, если тоже ждал полета шариков. Этот утренний кофе его точно взбодрил. Надеемся, это была месть за рев двигателя по утрам. Больше всего в этом происшествии доставляет реакция бабули.
Плевать на тарелки. Главное, что хороший мальчик не пострадал. Скажи же, время сегодня пролетело пулей? Ставь лайк, если провел его с удовольствием, отмечайся в комментариях и не пропадай надолго. До скорого! Если копнуть поглубже в архивах фонда SCP, то можно найти протоколы, которые никто раньше не видел. Это истории людей, которым не повезло столкнуться с самыми аномальными объектами SCP. Жуткие существа и гиблые места. Мало кто остался цел после встречи с ними. Но эти хроники раскроют то, что вы точно не знали об этих объектах.